школы детским садом стоит ребенок. И у нас, слава Богу, их все больше и больше. Мы должны еще больше ставить перед собой задачи и наращивать темп. Если прошлый год мы с вами, там 6 школ, 8 детских садов, в этом году у нас в плане построить не менее 4 школ и 11 детских садов. И действительно, на детские сады очень большая потребность. Она остается. Эти данные у нас тоже есть. Мы еще больше будем создавать мощность. И очень важно, я хочу каждого настроить, что все, что прозвучало и в отчете губернатора, все, что мы со своей стороны будем адресовать, это все должно быть, если что-то ставится впервые, мы должны взять очень быстро и молниеносно все исполнять, четко ставя перед собой задачи, акцентируя план мероприятий, сроки, ответственные, ну и, конечно же, для чего это направлено, ну и самое главное, все эти показатели, все эти социальные объекты, все эти направления, отрасли, они направлены на результат для жителей. Поэтому в обязательном порядке, еще раз напоминаю, но я уверен, каждому из вас это все понятно и ясно, мы это должны делать вместе и сообща, вместе с жителями и для жителей.